Здравствуйте! Грибной суп можно приготовить разными способами. Сегодня я приготовлю самый простой – грибной суп с ячкой. Мне потребуются сухие грибы, картошка, зелень, лук, ячневая крупа, огурцы и специи, соль, перец, тимьян. Сушеные грибы я заранее замочила в холодной воде. Сделаем поджарку. Мелко нарубим лук. Лук пассируем на масле до прозрачности. Пока пассируется лук, мы натрем коренье, сельдерей, петрушку. Морковь. Кладем к луку и пассируем все вместе. Сливаем воду с грибов и мелко нарежем. Грибы отправляем в поджарку. Если недостаточно масла, мы добавим и тушим минут 10. Пока тушатся грибы, мы добавим в кипяток ячневую крупу. Крупу варим до полуготовности, приблизительно минут 10. Если жидкости мало, можем добавить немного кипяток. Нарезаем картофель и отправляем его к крупе в кипящую воду. Картошка должна вариться в подсоленной воде. И варим почти до готовности. Нарезаем соленые огурцы кусочками. В кастрюлю мы отправляем поджарку с грибами и варим минут 5. В кастрюлю отправим огурцы. Перемешиваем и доводим до кипения. Кладем специи, соль, перец, тимьян по вкусу. В самом конце в суп положим нарезанную зелень. Суп наливаем в тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита!